Всем привет, друзья! Вот, собрал шишки, еле европейской. Вот такая вот она красавица. Сутки примерно они стояли возле батареи. Как можно видеть, они уже раскрылись. Вот подготовил баночку, сложу их в баночку. Вот такую небольшую. Так, хорошенечко все надо потрусить, чтобы все семена с шишек повыпадали. Вот собирать их надо декабрь, январь. Вот эти месяца, когда уже мороз стабильный. Они таким образом проходят стратификацию уже сами по себе. Закончил все. Примерно 30 шишек было. Здесь ориентировочно где-то, ну, 1000 точно есть. Вот такая баночка почти полная получилась. У нас еще только начало декабря. Я только начал их собирать. Вот, так что еще декабрь, январь буду собирать их. По возможности, где увижу. Вот с них я, значит, делать буду. Ну, обычные ели, да. Ели для прививки. То есть голубые ели буду на них цеплять, прививку делать. Ну и частично что-то продам как сеянцы, там однолетка, двухлетка, вот так вот. Так что у кого есть ели рядом, может быть, в парках, собирайте, сажайте. Молодец, Сима, добытчик. Вот забрал елочку. Купил вот грунт для ели 5,5 pH универсальный. Вот такой ком земли здесь не маленький. Замотали. Вот пришли саженцы голубики. Заказывал 10 штук. Вот. Нормально упаковали. Буду сажать весной, покажу. Потом буду размножать ее. Ну, это тут двухлетка. Двухлетка. Ну, вот такой горшок у меня большой. Литров, наверное, на 60. Вот немножко добавил щебня для дренажа, чтобы не высыпался. Грунт. Немножко щебня добавил. Позакрывал большие дырки, чтобы не высыпалось ничего. Ну что, возьмем сейчас немножко грунта. Пакетики использую потом. В ящике для черенкования на дно. Вот какой грунт хороший. И вот так вот немножко засыпаю. Так, снимаем мешковину. Так. Ого. Ого. Это дурьян. Берем. Вот такой вот. Ствол такой реальный. Вот так обхватывается. Ну. Хорошая ялынка. Что, красавица, поехали. Опа. Вот так вот. Вот так как раз и шейка будет торчать. Супер. Четко подняла. Вот такая вот она. Красавица большая. И вот так теперь оставшийся грунт высыпаем. И распределяем полностью, закрывая все щели.
Вот так. Ровненько. Красивенько. Грунт еще усядет. Еще, возможно, надо будет добавить грунта, но пока вроде бы хватает. Супер! Чуть больше 2 метров получилась высота. Зима заснежила. Твойки тут мои, маточники. Под снежком. Ну вот и отправляется голубика ждать весны. Как только земля размерзнется, сразу высажу ее в грунт. А пока будет ждать весны. Вот так вот голубика и уходит спать, ждать весны. Да, Дарси? Ну вот так вот черенки накрыло снегом. Это такой чудной, присыпало его. Так и живем. Зимняя клумба. Вообще красивейшая. Остатки, которые были в горшках C3. Ну, просто поставил их так в клумбу. Пусть тоже радует. Так, сейчас мы ее будем раскрывать. Сколько черенков с нее получится. Вот, веточка уже слабенькая. Отрезаем ее, чтобы растение не мучилось. Вот так. Такая вот. Вот этой частью можно будет. Она, конечно, еще спрессована немножко. Но в целом я доволен. Вот такая вот красуня. Друзья, много у нас людей, кто смотрит и не подписывается. Просьба, подпишитесь, пожалуйста, для того, чтобы канал рос, развивался. Буду показывать много интересных видео. А также в ближайшее время скоро куплю наконец-то нормальную камеру. Смогу четко все красиво снимать вам. И больше полезной информации давать. Так что подписывайтесь. Помогайте. Вот такая вот верхушка у нее длинная. Друзья, напишите в комментариях, как вы считаете, нужно ее обрезать или пусть растет. Вот, немножко снегом ее присыпал. Снег имеет там свои свойства питательные. И вот так вот ее поливаю. Вот так вот. Вот так. Так что так вот ее все и полью.
Туя Колумна. Ну вот такие вот этого года шишки собрал в начале октября. Они уже побольше, те предыдущие прошлогодние. А это вот свежие. Они такие довольно-таки побольше идут. Ну, сейчас буду тоже перерабатывать их, посмотрю, что получится в итоге с них. Нормальное тут такое количество. Вот, собственно, в банку их пересыпал. Крышечкой вот так накрываю. И трушу, 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 трушу. Потом берем вот такую вот притеняющую сетку. Самую обычную сетку. По-моему, здесь 60-ка. Вот. Вот у меня посудина такая. Ну и так вот перетираем их, перетираем их, перетираем. Пока все семена не пройдут через сеточку. Ну вот такой вот результат. Где-то за 2 часа получилось собрать вот 250 миллиграмм баночки. Такое количество. Ну вот такие вот у меня семена люпина. Вот сейчас буду их перебирать, раскрывать. И весной уже буду сажать их. Результат. Примерно за 7-10 минут собрал вот такое количество шишек. Ну, штук 40-50 сосны крымской. Вот такая вот сосна крымская. Классическая. Напишите в комментариях, на какую тему вы хотели бы видеть следующее видео.